Ну вот и Абрау Дюрсо тоже затопило. Вообще нереальная погода в этом году. Это кошмар какой-то. То снег несколько раз, то дождь, ливень, град. За один день может погода поменяться. То солнышко светит, через полчаса град. Громы, молнии сверкают. Уже мы живем пятую зиму, и получается первая зима, когда погода нас не жалует. Конечно же, погода не сравнить с северными краями России, но прям сильно нас затопило. Дома у нас подвалы, мы воду откачивали. Вот в Абрау-Дюрсо, это же смотровая площадка, вот как раз именно красивая, где все фотографируются, вот эта белая арка, она полностью стоит в воде. Озеро очень поднялось, и прям в некоторых местах прям на много метров поднялось. Поэтому сейчас все, что снимают блогеры, просто люди, картинки не очень интересные, не очень красивые. Все идет такое серое, хмурое. Ну, в основном, что делать сейчас в Абрау-Дюрсо? Это кормить уточек. Уток очень много, лебедь всего один, а уток прям очень много. Лебедей больше на море. Утки разного цвета, интересно за ними наблюдать. Ну и пройтись завод шампанских вин. А так получается везде лужи, везде затопление. Дожди идут каждый день уже в течение 2 недель, поэтому земля не успевает впитывать воду. Ну, конечно же, мы знаем, что погода когда-нибудь изменится, что скоро наступят теплые денечки, наступит лето, и опять огромное количество поедет в Абрау-Дюрсо отдыхать, гулять по парку и фотографироваться как раз под этой арочкой, которая сейчас стоит вся в воде. Так что все плохое, естественно, закончится. Ну а вы, гости моего канала, обязательно пишите в комментариях, какие темы вы хотели бы узнать о Новороссийске в моих видео. До встречи на канале.